Сотни жителей города пришли в храм Серафима Саровского ранним утром, чтобы принять участие в церемонии водосвятия. Великое водосвятие совершается два раза в году – накануне крещения и после литургии в сам праздник 19 января. Православные верят, что крещенская вода обладает целительными и чудотворными свойствами. Великое водоосвящение совершается не только по всей Руси Великой в православных храмах, а по всему миру, где есть православные храмы. Хочу поздравить всех дорогих жителей города Анапы с преддверием великого праздника Богоявления Крещения Господня. Да, завтра действительно будний день, рабочий день, не выходной. Но не забудьте, дорогие крещенные люди, что завтра великий праздник. И найдите времечко или в обеденное время, или после работы прийти за водичкой. После того, как заканчивается последняя вечерняя служба, священнослужители и прихожане отправляются к водоемам для освящения воды и купания в ней. Шествие сегодня начнется в 21 час от территории храма Серафима Саровского. Это не церковное установление, это народная традиция, которая идет из благочестия народа. И поэтому к этому делу нужно приступать благочестиво. Это не какое-то купание, не какое-то соревнование или развлечение, или моржевание, а это есть прикосновение такое к благодати Божией. И поэтому призываю тех, кто желает совершить это омовение крещенское в сегодняшний вечер, благочестиво отнестись к этому. Так что воздержитесь, дорогие, от крепких напитков и получите благодать Божию. Напомним, в Анапе определены три места, которые специальным образом оборудованы для массовых крещенских купаний. Это пляж Малая Бухта, центральный пляж Анапы на улице Гребенской и центральный пляж станицы Благовещенской. Там будут дежурить отряды спасателей, медиков и полиции. Также установят раздевалки и пункты с горячим чаем.